Профессиональный педагогический колледж имени Зайналабида Батырмурзаева – один из старейших педагогических учебных заведений Республики Дагестан. 28 марта 1931 года, учитывая растущую потребность северных регионов республики в педагогических кадрах для младших классов, Министерство образования Дагестана открыло в Хасавюрте педагогический комбинат. 28 марта 2017 года профессиональный педагогический колледж отметил свой 85-летний юбилей. На мероприятии присутствовали представители Министерства образования и науки Республики Дагестан, депутат Государственной Думы Российской Федерации, работники администрации города Хасавюрт и многие другие. Мы сегодня приехали с большим удовольствием и с большой радостью. Я вижу, корней все меняется. Меняется облик, внешний облик всех корпусов, всех помещений. Я даже вижу лица совершенно другие, свежие, радостные, современные. Большое вам спасибо за то, что вы вместе смогли сделать, я надеюсь, что и продолжите делать то, что вы начали с таким энтузиазмом делать. Качество получаемого студентами образования подтверждает количество красных дипломов. Только за три последних года выдано более 107 дипломов с отличием. Доказательством востребованности выпускников колледжа является тот факт, что более 50% коллективов школ города Хасавюрт, Хасавюртовского, Кизилюртовского, Казбековского, Новолакского, Бабаюртовского и многих других районов состоит из выпускников данного учебного заведения. Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в научно-исследовательских конференциях, конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях регионального, республиканского, федерального и международного уровня, занимая достойные призовые места. От имени всего муниципалитета благодарность педагогическому коллективу колледжа выразил глава города Зайнудин Акмазов. Педагогический колледж, он был раньше педучилище. Я вам скажу, в этом педучилище в этой зоне, не в городе Хасавюрте, а вообще в зоне после Махачкалы в эту сторону, в северную сторону, был огромнейший авторитет. Отсюда выходили студенты и становились лучшими учителями и города, и республики. Желаю всему коллективу, педколлективу больших успехов и всех с праздником. В честь юбилея колледжа наградным знаком почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации за многолетний плодотворный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и большой личный вклад в подготовку педагогических кадров были отмечены. Преподаватель математики, русского языка и литературы. 19 педагогам были вручены почетные грамоты Министерства образования и науки Республики Дагестан. 15 отмечены почетными грамотами администрации муниципального образования город Хасавюрт. По завершению церемонии награждения с поздравлениями и пожеланиями к присутствующим обратился депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов. В первую очередь хотелось поблагодарить уважаемого Гаджимеца Фаралиевича и Шахабасова Магомедовича за всю ту поддержку, которую вы оказываете городу. Поздравить всех педагогов, учащихся, учителей с этим днем, праздником, пожелать успехов, удачи во всех начинаниях. Подводя итоги мероприятия, организаторы отметили, что профессия педагога была и будет востребована, так как для преподавателя дошкольного и школьного образовательного учреждения ложится груз ответственности по воспитанию и обучению детей. Именно поэтому руководство колледжа будет прилагать все усилия выпускать квалифицированных и достойных специалистов своего дела. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».